Приветствую всех уважаемых любителей рыбалки. Сегодня распаковка небольшой посылки, которую мне прислал один из отечественных производителей. Фирма эта называется «Просто», так и называется «Просто рыболовные товары». 2 года, как они уже существуют на рынке и производят некоторый ассортимент рыболовных товаров по вполне адекватным ценам и, конечно же, с высоким качеством, которые при производстве проходят контроль качества, дабы избежать бракованных товаров, которые попадают к вам в руки, рыбакам, и, конечно же, в рыболовные магазины, торгующие этими товарами. Ну что ж, давайте посмотрим, что выслала нам фирма «Просто рыболовные товары». Ну а в одной из следующих рыбалок мы испытаем все эти товары, так сказать, на собственном опыте. Итак, в первой коробочке мы видим набор силиконовых приманок. Эти приманки являются результатом собственного производства данной фирмы. Мне кажется, что еще одна коробка. Также силиконовые приманочки. Как видите, здесь есть всевозможные формы. Это классические риперы, классические так называемые силиконовые рыбки. Черви. Где-то я видел, по-моему, даже, да, вот есть обычный силиконовый твистер. В принципе, здесь собраны основные размеры, основные цвета, на которые рыбаки ловят. Но, конечно же, это не весь ассортимент, который только может быть, в принципе, представлен на рынках и в магазинах рыболовных. Но я думаю, что фирма рано или поздно расширит так или иначе свой ассортимент и предоставит нам, рыбакам, ну и оптовым магазинам, достойный ассортимент по прекрасной цене на все эти силиконовые приманки. Вся резина, все силиконовые приманки являются съедобными. В зависимости от размера меняется количество приманок в упаковке. В данном случае это большой размер, 105 миллиметров. Здесь всего 4 приманки. Ну, что вам сказать про силикон? Обычный качественный силикон, ничем не хуже, чем какие-то продвинутые бренды. Конечно же, как он ведет себя в воде, мы увидим непосредственно на рыбалке. Я думаю, что рыба на него будет клевать. Давайте посмотрим, что есть еще третьей коробочки. В третьей коробочке у нас добра еще больше. Как видим, фирма нам прислала здесь всю свою продукцию, которую они выпускают. Во-первых, это вертлюги и карабины разных размеров. Это так называемая американка. Здесь есть как отдельно сами застежки, так, собственно, и отдельно вертлюги. Ну и есть закомпонованный уже вертлюг с карабином, для того, чтобы каждый рыбак мог для себя подобрать ту комбинацию, которую ему необходимо. Размеры есть буквально все, начиная от самых маленьких и заканчивая большими размерами. То есть можно подобрать себе вертлюги и карабины не только для спиннинговой рыбалки, но и для поплавочной, для тех, кто ловит на легкие поплавки скользящие. Как раз вот такой небольшой карабин будет хорошим дополнением. Но поскольку фирма в основном специализируется пока на производстве силиконовых приманок, конечно же, в ее ассортименте есть поводки для ловли хищной рыбы. Во-первых, это флюорокарбоновый поводок, уже обжатый с одной стороны с вертлюгом. Как видим, с одной стороны петля, с другой стороны на петле установлен вертлюг. Трубки эти обжимаются полуавтоматическим способом, что гарантирует надежный обжим,
и, конечно же, предотвращает обрыв и закусывание материала в данном месте, в том месте, где обжимает трубка основной материал. Благодаря тому, что способ полуавтоматический, снижается себестоимость данных товаров, что, конечно же, благоприятно сказывается на покупательской способности. Кстати, хочу заметить, фирма в 2019 году получила сертификат о присвоении знака «Лучший товар» на конкурсе товаров и услуг российских производителей, что говорит о высоком качестве товаров данного производителя. Что ж, давайте посмотрим, какие еще поводки здесь есть. Ага, вижу, здесь есть титановые поводки. Также поводки так называемые 1 на 7, то есть из многожильной проволоки. Чем хороши такие поводки? Лично мне они нравятся тем, что они более мягкие, более эластичные, чем те же титановые. Конечно же, они не настолько долговечные, как титановые, и имеют свойство иногда скручиваться при поимке крупной рыбы. Но при той цене, по которой фирма предлагает данные изделия, я думаю, что каждый рыбак может не задумываться о потере и сожалеть о каких-то потраченных деньгах. Все цены на данное изделие вы можете посмотреть на сайте производителя. Они также работают с оптовиками. То есть предлагают оптовые цены для магазинов и для розничных и оптовых сетей. Так как видите, здесь очень большой ассортимент поводков. Повторюсь, как титановых, так и многожильных, так и флюорокарбоновых. Так что скоро предстоит большая рыбалка. Но я думаю, что то, что останется от рыбалки, я же, как вы понимаете, не использую все это, мы в ближайшее время разыграем. Только богатство мне одному как бы не использовать за всю жизнь. Ну, а я с удовольствием разыграю некоторую часть изделий, которые я не использую. Прежде чем я с вами попрощаюсь, хочу еще пооткрывать несколько пачек силикона, поскольку обзор выходит достаточно короткий. В принципе, я лишь хотел представить данную фирму как производителя отечественного на рынке России. Главное будет потестить эти приманки на водоеме, посмотреть, как они себя ведут. Кстати, хороший цвет, сиреневая, так сказать, приманка в виде червя. Попробуем на все это половить. И более предметно уже будет видно, как работают эти приманки. На водоемах, я надеюсь, что нас будет ждать успех. В любом случае, кому интересно, переходите по ссылке внизу в описании на сайт производителя. Цены у производителя вполне адекватные, так что каждый себе сможет позволить все, что он хочет. Ну, а после рыбалки мы скоро все это добро разыграем, поэтому следите за анонсами. Скоро это все будет на розыгрыше. Я думаю, к тому времени, когда мы будем это разыгрывать, подтянутся еще некоторые спонсоры, и мы устроим мега-мега розыгрыш. Ну что ж, на этом я хочу с вами попрощаться. Ну и до скорых встреч на рыбалке. Всем удачи, пока!